Всем привет, начинающим пчеловодам. Сегодня будем делать отводок на свищевые маточники. Улей новенький есть. Надо потихоньку расширяться. Попробуем вывести свою матку. Мы не ищем легких путей. Попробуем классический способ. Не просто сделать отводок. Здесь отводок у меня сборный. Как говорят, пересадил, матка осиротеют, сами выведут и забудь на месяц про него. Ну, сейчас мы посмотрим, что с ним произошло за 3,5 дня. И по ходу, что откуда брал, я расскажу. Итак, сборный отводок. Сделан 3,5 дня назад у меня. Здесь мы все экспериментируем. Была так, как летной пчелы мало, это вчера вода. Вот выбирают воду, это с водой. А это на 2 дня уезжал. Я залил еще на всякий случай еще воды. А вчера вечером ради эксперимента сюда медовое сыто. Тоже понемножку берут. Ну, прошло времени, в принципе, немного. Просто посмотреть, что они будут больше брать. Наши эксперименты. Просто надо пробовать, узнавать постепенно. Ну, мало вот времени прошло насчет этого. Летная пчела здесь только выходит. Сделано. Сейчас я покажу, как. Вернее, я не покажу, а хочу спросить больше совета, конечно. Так, надо это все выдернуть. Сейчас-то я оставлю уже одну кормушку, а то, может, они уже летная пчела есть. В принципе, не летная, уже, наверное, покормят. Так, надо было подставочку. Оставлю я одну потом, конечно. С этих вот кормушек берут. Не тонут. Вот одна пчела, может быть, я задавил вчера. Я то просто мимо глянул, когда вот кормушку наливал. А так они, в принципе, сколько у меня стояли, говорят, не очень берут и тонут в них. Ничего, берут. Плотики, да, вот только что самодельные, деревянные. В комплекте с этим не было. Вот они как тут уже, как бы их, вот щетку-то не взял. Тянут здесь. Ну, ребята, давайте хоть так вас пока. Итак, сделано было сборный отводок. По 2 рамки с каждого улья я взял. Пчелы его, как смотрим, уже много. Крайние ставил более-менее медовые. Сейчас смотрим на наличие маточников свищевых. Свищевые маточники. Я боже упаси, что-то тут подумает какой-то обучающий. Я наоборот хочу спросить, правильно ли делаем все. Так как стаж пчеловождения всего 3 недели. Итак, вот это была кормовая. Ну, естественно, суши не было, чтобы вот воды залить. Я ставил кормушки. На крайних, скорее всего, тут маточников, не знаю, может они быть. Этот трутневый расплод. Трутень тоже нужен. Здесь маточников я пока не вижу. Надо аккуратно, в принципе, как говорят, не трясти, а то кто-то долбает. Вот еще на расплод на выходе. Ищем маточники. Маточники будем удалять. Надо нам маточники, ставили мы, вот даже здесь какой-то, ну здесь просто маточники на пчелиных ячейках, не в мисочках должны быть свищевые. Но здесь на окраине, в принципе, ее, наверное, и не будет. Как кормовая, еще вот расплод выйдет. Побили друг друга пчелки, видать. Не спрыснул, немножко есть там. Сейчас погода стоит жаркая, средняя полоса России, Тверская область. Делаем сейчас пока 30, как раз на это дело удобно. Так, здесь тоже расплод. Тут чуть немножко и меда, вот один какой-то. Нам надо сейчас открытые маточники, чтобы суточный. Так, вот этот
открытые, убирать будем закрытые, если найдем. Так прошло 3-3,5 дня. Эти маточники, как по науке, они уже закрывают на третий день. Это личинки те, которые... Вот тут тоже маточник открытый, это не трогаем. Если убирать, будем закрытые. Это личинки закрывают. Нам надо, выбрать на одну двухдневную, чтобы было закрыто личинки. Вернее, те оставим, их будут запечатывать на 4-5 день. Вот та матка, в принципе, говорят, больше полноценная. Так, вот еще маточники, ну они все, в принципе, вот кормят еще открытых, закрытых. Какая большая личинка. Вот два маточника, но они, вот третий, тут мед еще тоже, они у нас не было открытые пока, пока их не трогаем. Так, это не то. Вот эти маточники будем смотреть. Если они завтра, послезавтра, там, наверное, одно-двухдневная личинка. Вот еще маточник. Но он пуст, нет. Есть что-то внутри. Да. Есть. Угу. Кормят, растят. Но этот тоже не трогаем. Вырастет. Будем смотреть завтра, послезавтра. Вот еще маточник. Пустой. Это... А, ух ты, блин, нет. Нет, пустой, пустой. И не надо, он с краю нам. Здесь будем выбирать где-то вот тут в центре. Тут и пчелы больше, и температурный режим, как говорят. Ну, тут с этой стороны два маточника, три, да. Наверное, будем смотреть из них. Там был молодой засев. Как? Молодой засев там был сам. Да молодого здесь быть не может. Ну, когда три дня, нет, когда мы ставили прошло. А, ставили, ну, молодой был, это выходит... Здесь засева какой? Матки нет. Они сиротство почувствовали, сколько они его пронюхивали, сиротство. Час, два, три, полдня. Поэтому я и говорю, 3,5 дня где-то прошло. Вот расплодик, вот еще тут мед. Это уже с этого года. Вот маточник еще говорят. Лучше всего, конечно, они маточники делают на старый. 2-3-дневные суши. Вот кормит. Вот еще маточник. А это у нас новенькая рамочка, как видим. Еще 3 маточника. Закрытых не вижу. Значит, может они сиротство только они 2 дня. Вот кормит. Угу, а вот этот пустой? Нет, тоже мне, кормит. Я не могу посмотреть. Чем дольше, короче, кормит личинку, лучше с одной 2-дневной личинкой. Повторяюсь, я констатирую факт, не обучаю и спрашиваю. А то, что ты скажут, говоришь. Ну вот 3 недели что-то говорю. Так, вот этот пустой. Ах ты, блин, есть молочко-то, собак сломал. Вот кормит, еще даже вот. Я и сама смотреть хочу. Ну смотри, да, тут наоборот. Вот они кормят, надо да. Вот так вот. Четко задавил. Ну, сейчас мы не застудим. Стучать не долбать, я даже не знаю, конечно. Некоторые прям пчел скидывают. Вот кормит маточник. Посмотрим, как вот вырастут они или нет. Надо все аккуратно. Долбать. Не долбать, не пердеть, короче, нельзя. Тут. Матом не матюгаться. И матом не матюгаться. Они не так, ну короче, замечаем, на этой были. Вот надо, конечно, смотреть завтра, еще послезавтра. Нет, надо через. Вообще бы, что говорят, лазить. А вот надо лазить. Все, тут расплод вышел. О. Здесь расплод весь вот вышел. Они облет, облетывались, да. Ну все, тут уже 3 штучки осталось. Кое-какие. Эту, в принципе, рамку можно даже убрать, тогда выйдут и поплотнее им будет. Там немножко удачи. Ну, тут немножко расплода, да. Но эту они рамку вот все, можно они убрать, чтобы им было здесь... Ну, посмотрим по ходу.
Расплод выйдет и уберем, наверное. Молодого здесь, естественно, быть не может, матки нету. Ну, хоть и без матки, но они, я скажу, ничего, не злые. Ведут себя хорошо. Да, ведут себя хорошо, ребята, знают свое дело. Матку ростят сами. Вот так мы постепенно расширяемся. Но здесь тоже расплод, трутневый кое-что. И вот еще расплод какой-никакой есть. Да, расплод кое-какой остался. Вот на стенке еще пчелы. Это будет по ходу на облет. Так, корма вот, в принципе, посмотрел, кое-что есть. Но уже пчелка облетываться выходит. Еды уже себе добудет. Добудет, ну пока. Так, я ставлю все назад. Я тогда собираю все назад, чтобы нам здесь не студить. Завтра мы посмотрим еще. Маточников не нашел, которые запечатаны. Или они долго сиротство свое определяли, или мы немножко рано. Короче, будем брать маточники, которые запечатаны будут на 4-5 день, как они отсиротели. Выберем из них, оставим штучки 3. И потом уже из этих 3-4, пускай они сами уже определят. Завтра еще придется, короче, смотреть. Завтра, ну, тогда до завтра, наверное. Прошло почти 5 дней. Я вот сразу мы вскрыли, маточники лишние ломаем. Вот уже закрытые. Это ломаем маточник. Нам не нужен. Закрытые ломаем. А вот такие, сейчас жарко, не очень удобно, конечно, все работать. А вот маточники еще открытые. Вот кормят, чем дольше по ходу кормят, вот эти маточники оставим. Вот с этих они пускай запечатают они их завтра. Значит, когда они почувствовали сиротство. Вот открытые, видишь, кормят, да, Свет? Видишь вот это? Да, да, я очень хорошо. Вот это, и вот здесь, с этих... Еще тогда придется завтра, наверное, посмотреть. Вот кормит побольше маточник. Это будет пятый. Завтра, наверное, пятый, шестой вот день. Это будет на дневных личинках. Так, его повернем в гнездо. И так на всех. В принципе, маточников не очень много. Еще на одной рамочке я сейчас сломаю. И все, на крайней нету. Вот таким способом. Теперь 16 дней пройдет. Выйдет матка, ну, 16 плюс-минус, да, как они его запечатают, завтра еще посмотрим. 10 дней на облет, и будет потом, к концу сезона, это на развитие, в принципе, на будущий год только, конечно, семья, не на мед. Ну, на этом до свидания, если что неправильно делаю, подскажите.